Международное сотрудничество в области медицины является важной частью деятельности РУДН. Российский университет дружбы народов активно взаимодействует с ведущими клиниками и медицинскими институтами, а также принимает участие в организации международных научных форумов. Одним из таких событий стала конференция Science for Health, которая прошла в Российском университете дружбы народов. В качестве почетных гостей мероприятие посетили студенты и профессора Семилевейского университета, одного из ведущих центров сердечно-сосудистой хирургии в Европе. So we have 5 years collaboration. Together, and we are very proud that having this collaboration with the People Friendship University in Moscow. На протяжении 5 лет мы сотрудничаем с Российским университетом дружбы народов, и мы гордимся этим. Я знаю многих студентов медицинского факультета РУДН. Мы пригласили более 10 студентов-медиков участвовать в ежегодной медицинской научно-исследовательской конференции. Также мы приглашаем их на летние стажировки. Они практикуются у нас в течение месяца. Я уверен, что уровень образования в вашем великолепном университете так же высок, как и в университетах Европы. На конференции студенты из разных стран представляют свои научные работы, рассказывают о своих открытиях и результатах исследований. Конференция в данном случае направлена на популяризацию науки в России и среди студентов. На сегодняшний день уровень научных достижений в мире требует постоянного прогресса. И этот прогресс мы пытаемся стимулировать этим годовым мероприятием, приглашая ведущих лекторов, ведущих специалистов из-за рубежа. Стоит отметить, что уровень студентов медицинского факультета он сравним с уровнем подготовки студентов из других городов, из зарубежных стран. Наши студенты всегда доказывают то, что они самые лучшие. Конференция Science for Health стала 5-й по счету. На ней обсуждались вопросы международного сотрудничества РУДН и Семилевейского университета. Одной из главных тем стал вопрос поддержки молодых ученых. По итогам встречи решено было расширять сферу партнерства. Для обеих сторон обмен научными знаниями и открытиями в области медицины является ключевым моментом сотрудничества и развития. Кристина Батрудинова, Нина Важенина, Мадиса Сайтханова, Светлана Иванова, Айтан Мамедова, Екатерина Гульбина. Новости ТВ РУДН.